медицинского страхования и малонемецкого автономного округа. Собственно, непосредственно курируя вопросы взаимодействия со страховыми компаниями, с медицинскими организациями и, собственно, отвечая за защиту прав застрахованных. На сегодняшний день у нас есть уникальная возможность. У нас все три страховые компании, работающие на территории округа, приехали в город Салехард для проведения, собственно, участия в арктическом форуме. В данном форуме страховые компании привезли с собой непосредственно страховых представителей, которые в культурно-деловом центре СЕР находятся. Там есть рядом со страхами здоровья представление страховых компаний. Сегодня на ваши вопросы и на вопросы, которые к нам пришли на сайт, будут отвечать представители страховых компаний. Компания «Новый Минтрос», Марина Антоновна, заместитель генерального директора. Компания «Сагаз», Галина Николаевна Сударик, директор страховой компании «Сагазмед» филиала, да? Ямайского филиала, да, филиала «Сагазмед». И Олег Семенович Афанасьев, заместитель директора компании «Заполярье». Особенность наших страховых компаний в том, что мы расположены по крупным, по собственно, городам. Компания «Заполярье» непосредственно, головной офис находится в городе Салехарде. Компания «Сагаз» в городе Ноябрьск, ну и компания «Новый Уренгой», соответственно, в Новом Уренгое. У нас с июня 2016 года активно работает институт страховых представителей. Есть возможность задавать вопросы на сайте, звонить непосредственно людям, которые могут помочь в получении медицинской помощи, а также в ответе на те вопросы, которые возникают при получении медицинской помощи, начиная от того, где и как получить полис обязательного медицинского страхования, а также вопросы, связанные уже непосредственно с качеством лечения. С 2018 года у нас будут работать страховые представители третьего уровня. Страховой представитель третьего уровня, прежде всего, это представитель, который будет давать оценку проведению диспансеризации, информировать о необходимости каких-то манипуляций, операций и давать разъяснения по результатам, например, экспертизы качества медицинской помощи. Ну, если можно, тогда мы, чтобы не повторять информацию, решили поступить так, что у нас про страховых представителей первого уровня расскажет компания «Новый Уренгой». Компания «Сагаз», прошу прощения. Про представителей второго уровня компании «Новый Уренгой» и представителей третьего уровня более подробно расскажет компания «Заполярье».